В Люберцах стартовала прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В поликлинике городского округа поступила вакцина российского производства «Гамковид-вак». В первую очередь от заболевания защитят медицинских работников, сотрудников школ и детских садов. Доставлено определенное оборудование, холодильные камеры. Вакцина хранится от температуры не менее минус 19. Все необходимое у нас тут сегодня уже сделано. Врачи, медсестры обучены. Вакцинация проводится в 4 поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы. Прививку могут сделать жители от 18 до 60 лет, не переболевшие COVID-19. Сдать анализ крови на наличие антител к вирусу можно в поликлинике по месту прикрепления. Доктор проводит осмотр. Если все в порядке, она направляет ко мне. Пациент приходит, мы открываем вакцину, обрабатываем флакончик спиртовой салфеткой и вводим 0,5. Потом пациенту сообщаем, что через 21 день он приходит со свежими антителами, тоже срок годности не более 4-5 дней.